Вместе и читайте. Хари Кришна, дорогой Дандава. Хари Боже. Слушай, еще песни. Никто не вместе, не в то время было. Это я, да? Я думал. Кришна, ой ты чатурмуха, ой я Кришна сева, Брама, ой ты Нараде Рамади, Нарада, ой ты Вяса, Мадва, ой ты Вяса, Даса, Урна, Пратья, Падма, Акшобья Парамахамса, Шишья Воли Ангикара Коре, Акшобира Шишья Джайо Тиханаме Паричая, Дарадасья Гьяна Синду Торе, Така Кой Тадоя, Rajendra hoilo takakate, Dahara kintora jaya, Dharma name parichaya, Parampara jana balamate, Jaya dharma dasye kyati shikuro shatama, Дакате Браманья Тирха Сури, Яса Тирха Дара Даса, Лакшми Пати Яса Даса. Дакате Мадавендра Пури, Мадавендра Пури, Варашишья Вараши, Нитянанда Шри Адвайта Риху, Свара Пури Гиданья Гори Леда Шри Чайтанья Джагадгуру Гаура Махапрабху Махапрабху Шри Чайтанья Рада Кришна Насияни Рупануга Джани Радживана Вишвамбара Приямхар Шри Сварупа Гамара Шри Госвами Рупа Санатану Рупа Прияма Хаджана Сиварадху Дара Прия Кави Кришна Даса, Кришна Даса Прия Вара Нарадама Сева, Дара Пада Вишванатха Аса, Вишванатха Пата Садья Паладева Джаганатха, Дара Прия Шива Кринона, Махабхагавата Вара Шигаура Кришна, Хари Баджаны Пиджара, Шабан,
Кришвару Парупаду, и Кришава Бхагавадхарьяно. Гауда Виданта Ветамая Вада Дамахан, Гауравани Прачара Чердамо. Прабхупаде Прачара Кашива Кирикандона, Падита Джанете Доя Дамо. Нет, я вышел, послушал, то есть вот то, что сейчас было, это максимально громко по идее. Ну да, без микрофона, вот это ударные играют, я вообще себя не слышу. Мне нужно. О, а ты тогда сразу начинаешь громче, извинись. А я стараюсь очень тихо сделать. Как говорит Анупамфра, нужно, чтобы голос был сначала, а потом все другие инструменты. Да, о, да. Правильно, Памфра. Я тоже так говорю. У вас получается, ну, краем нету баланса. Да, надо чуть-чуть ударные потише сделать. Я сам постараюсь стучать как можно тише. Ты вот это вот тоже потише делай, как свинячку вообще не играть. Да. Она просто... Вообще не в тему у нас. Лучше либо петь одного человека, либо петь и играть. Ну да. Времяно тяжело. Ну да, есть такое. Тебе вот это сделай потише, слышишь? Все, поехали дальше. 120. Слушай, она здесь рядом не хотела. 20, да? 124. Вриндавана Васи Джат. Вриндавана Васи Джат. Вайшнавера Гана. Прартаме Вандана Кури. Sabara charana nila chala vasi jata mahaprabhurgana umite puriya vanda sabara charana navadipa vasi jata Махапрабхурбхакта Сабара Чаранаванда Оя Ануракта Махапрабхурбхакта Джата Гауда Деша Сити Сабара Чаранаванда Омена Прамади Джедеше Сисе Орангера Дана Баба Кукори Ванда Сабара Чарана Ояше Накои Вена Прабурджата Даса Сабара Чарана Ванда Дарке Кори Гаса Браманда Тари Тешати Харе Джане Джане Эдеда Пуране Гуна Дая Джебашу Махапрабхургана Сава Падита Павана Таиму Пиму Ипати Тоину Сарана Переход Вандана Кури Тимуэ Ката Шакти Бори Дама Бурди Дошаму Идам Паматра Кори Сакати Гопера Бхагья Манера Уласа Доша Шами Мода Ме Корони Джадата
здорово, счастье, дикое, яма, банда, чуруки, закаты, дурла, бахуэ, прима, дано, луки, манера, басана, пурна, очира, слепое, деваки, нам, дано, даса, и лоби, кое. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya 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 Vaishnav Thakur. Шаранагати Шри Кришна Чайтанья Прабху живет в Дуэпуре. 208 в черных. То же самое. Только сначала это Панчадатта вычислили. Да, тут тоже хором будет. Шри Кришна Чайтанья Прабху живет в Дуэпуре. Прошу прощения, это вечерний мотив. Вот до этого мы пели Вайшнава Ванда, но то же самое мотив. Шри. Сейчас скажу. Это так, для тона. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Сади Гора Бхакта Вринда Шри Рупа Санатана Ваджара Дунатана Шри Джива Гопала Вата Дасара Дуната Шри Рупа Санатана Ваджара Дуната Шри Джива Гопала Вата Дасара Дуната Дерпачу Шри Кришна Чайтанья Шри Ведоя Кори Свапарша Гасия Нама Сахаватори Адьянта Дурлава Према Карибари Дана Шикшая Шарана Пока ты рабана, даня твоими, но притве барана, а вася ранчиве Кришна, Вишваса палана, Бхактияну кула матра, карьера Бхакти Пратикуна Бала Варджанам Гитара Шатанга Шанагари Хори Беджахара Дахара Пратана Шуди Шриданда Кумара Рупа Санатана Бхакти
Кандия, кандия, боли амито адам, сикса и сарана гати коро и удамо. Джая Сачир Нандан, джая Гора Хари, 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 джая Свапа Шада, джая Гора Хари, джая Свапа Шада, джая Гора Хари, джая Свапа Шада, джая Jayo Bhakti Vimota Kur Bhakti Vimota Bhakti Vimota Kur Bhakti Vimota Bhakti Vimota Bhakti Vimota Bhakti Vimota Kur Bhakti Vimota. Вот, собственно, это традиционная утренняя мелодия. Там еще есть переход. В другую тональность. Теперь для Нитая нужно спеть что-нибудь. Можно я споем Нитянанда Махаджан? Да-да-да, Махаджан, Махаджан. Да. Махаджан, очень люблю Махаджан. Потом Аштаки еще чуть-чуть споем. Гора Гададхар, Нитянанда. Ой, забыл уже. Кошмар, я забыл уже. Надьягу Друма, да? 244. 244, еще. Nadia Godrune, Thank you.
Thank you.
аштаки споем, наверное. Вот там обычно традиционно аштаки поем. Сейчас. Страница 150 с черных. Сейчас скажу. Уджваловара на Гауравара Дехам. Все чайтани ашты. 150. Уджваловарана Гауравара Дехам. Виласита Ниравади Бавандехам. Трибувана Паванам Крипая Хесам. Трибувана Паванам Крипая Хесам. Там Пранамами Ча Шри Сачитанаям. Хором, давайте. Уджваловара Виласита Ниравади Бавадидехам. Трибувана Павана Крипая Хесам. Там Сачитанаям. Дагадантара Бавадитарам. Дурджана Тарджана Нагавишалам. Бавабая Баджана Арунам Барада Чару Капон Инду Винита Дакачая Ручирам Джалдита Ниджагурам Намани Нодам Там Пранамамича Сиша Ситанаям Игали Танаяна Камала Джаладарам Кушана Навараса Бавадитарам Татия Тима Чару чарам ганчати ручирам мандира ранджита пада юга мадурам чандра вининдита шатала баданам там пранамами ча шри сачитанаям гита коки дора намандал дивья кале варамандита мундам дошана кала шаканда бадандам Ajanulam Kalevara Kaishora Narta Kavesam Sampranamami Chashri Sachitanayam Sampranamami Chashri Sachitanayam Sampranamami Chashri Sachitanayam Sampranamami Chashri Sachitanayam Sampranamami Chashri Sachitanayam
Джая Сачи Рандам, Джая Гора Хари, Сачи Рандам, Джая Гора Хари. Джая Сачи Рандам, Джая Гора Хари, Сачи Рандам, Джая Гора Хари. А Гора Хе, Гора Хе, Гора Хе, Гора Хе, Гора Хе. Теперь я вам открою очень сокровенную аштеку, а потом вы споете для ранга. Окей? Страница 169 черных называется «Гадатхара аштека Свабакти йога ласива». Начинаем. Свабакти йога. Это индийский стиль исполнения баджанов. Привыкайте. Никто так кроме баджан не пьет. Чуть-чуть потише сделаю, чтобы я тоник услышал. Свабакти йога ласинам сада враже витаринам хари прия ганаграгам сачи сута прешварам. Сарада Кришна Севана Пракаша Тамахашая Паджами Ахам Гададарам Супангитам Гунтабу Таводжвала Дибавана Мадана Карма Курагам Вичитра Гора Бхакти Сидура Сабам Галасинам Amen.
Давайте Рада Кришна тогда. Кришна Дева Баван Паванда и Рада Джай Джай. Что-нибудь в этом роде. Давайте.
Thank you.
Thank you.
How long are you singing? Oh, so good for your dance.
час 20, 1 hour and 20 minutes. 20 minutes. We must retire, eh? Not so. We have only 1 hour for class. How long do we have? Другую емкость, а то можете пасть. Карталы можно, пожалуйста? Manasa deha geha Juki chumura Tua pade nanda kiso 267 что? Manasa deha Jana 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 j
Kutmala Dutta Samujala Chita Kuntala Vlaya
Nittanam Guru Sajanam Guru Riti Nittanam Guru Sajanam Guru Riti Nittanam Guru Sajanam Guru Riti
ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्याज्ञानान्यनसलाकयाम् चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरु महाराज की जय। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto Lotus Feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Silavam Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all those individuals and present here all of my respectful guests. Итак, прежде всего, предлагаю свои смиренные, уважительные поклоны, благостным стопам своих духовных учителей Нитилева, Правиштавом, Вишнупада, Штотара, Шатра, Шишимам, Бхактивиданте, Шрили Вамани Госвами Махараджу, также Нитилева, Правиштавом, Вишнупада, Штотара, Шатра, Шишимам, Бхактивиданте, Шрили Нараяни Госвами Махараджу. Такие же смиренные уважительные поклоны я преподношу лотосным стопам Нитилева, Правиштавом, Вишнупада, Штотара, Шатра, Шишимам, Бхактивиданте с вами Прабхупаде, также всем старшим Вишнава Вишнаве и гостям, собравшимся здесь. So just I want to speak about Madhurya Kadambini. Vishwanath Chakravarti Pad explained how to develop our spiritual life. И я хочу поговорить о писании Мадхурья Кадамбини, которое написал Шрила Вишнава Чакравати Такур, в котором он объясняет, как постепенно развивать свою духовную жизнь. Гурупа Госвами Пад quoted one verse, the sequence of our divine love. И Рупа Госвами он процитировал одну шлоку последовательности развития божественной любви. Аду Шрадха, Саду Санга, Бхайнаприя, Анартамитти, Ништха, Ручи, Асапти, Бхава, this is sequence. Итак, Шрадха, Шрила Рупа Госвами Пад, он объясняет 9 ступеней. Бхактира Самбита Симу объясняет 9 ступеней развития премы, начиная со Шрадхи, далее Саду Санга, Баджана Крия, Нартха Нивнити, Ништха Руча Асакти, Бхава и Према. Думар Бхасад, can you translate? I can try. Try. Okay, good try. Управляй его. Гурудев обучает нас переводить его харитаху, поэтому они меняются. So, but Vishwanath Chakravarti Pad explained Adu Sadhu Sangha. Но Вишванат Чакравати Такур объясняет о том, что Аду изначально это Саду Санга. Рупа Госвами Пад explained Аду Шрадха. Рупа Госвами Пад объясняет изначально Аду Шрадха. Manifest faith. Сначала вера. But Vishwanath Chakravarti Pad explained Аду means
Но Вишванатха Чакраварти Такур, он объясняет, аду изначально, он говорит саду санга, то есть общение с садху. But two kinds of sadhu sangha. One is called worldly association with sadhu and spiritually association with sadhu. That is called lokic sadhu sangha and paramarthiki sadhu sangha. Но существует два вида саду санги: мирское общение с преданными и трансцендентное общение с преданными, духовное. И на санскрите они называются лоукик саду санга и парамашарая саду санга. Парамархика саду санга. Лоукик means just worldly give the respect and proper behave with sadhu. That is called лоукики саду санга. Лоукик саду санга означает просто какими-то мирскими действиями выражать почтение и общаться с садху. Это называется лоукик саду санга. That means that is just reverence and to respect the sadhu. That is called лоукики саду санга. Это означает просто формальное почтение саду к садху. То есть это называется лоукик саду санга. But on hearing Харикатха from the lotus lips of sadhu, then your faith will come with Shastra and the instruction of Sadhu. That is called Paramarthika Sadhu. Но благодаря общению Садху, слушанию его Харикатхи, тогда в сердце проявится трансцендентная вера, и тогда это будет называться Парамарthika. Then he will be inquired about the spiritual life. That is called Paramarthika Sadhu. И тогда мы сможем развивать духовную жизнь, настоящую духовную жизнь. Это называется Парамарthika Sadhu. But how will get first sadhu sangha. This question will come also. Но вопрос возникает, как же нам получить саду сангу? So far this is Gaudiya Bhakti Subhadava explained it in this way. Bhaktistu bhadbhakta sanganam parijayate satsanga prapate punghi sukriti purva sanchite. When our sukriti accumulated and matured, then we will get the association of sadhu. Таким образом, Хари Бхакти Шубадай объясняет, Бхактисту Бхагават Бхакта Сангена Париджайте Сасанга Прабидай Пунхи Субритай Прабасанчитай. Когда наше сукрити, оно созревает, когда мы сможем обрести, когда наше сукрити созреет, когда мы сможем обрести саду сангу. Сукрити means that is called spiritual pious activities. Сукрити означает трансцендентные духовные благочестивые деятельности, заслуги. Which are related with Krishna, Tulasi, Guru, Vaishnava. That is called spiritual pious activities. То, что относится и направлено на Кришну, Хари, Гуру, Вайшнавов, Туласи, это дает нам возможность собрать духовное, трансцендентное сукрити. Пунно means the pious activities, which are not related direct with Guru Vaishnava. That is for his own interest, how to get more and sense gratification. That is called the punna karma, pious activities. Пунна карма, то есть благочестивая деятельность, которая не связана с Гуру и Кришной, которая направлена на то, чтобы получить свои какую-то эгоистическую выгоду, это называется пунна карма, то есть материальная заслуги. Such as mundane people, they are doing many material activities. That is called pious activities, donation, charity, and they also help the mundane people. Сейчас материалисты, они очень часто начинают заниматься благочестивой деятельностью, как раздача пожертвований, например, какая другая благотворительная деятельность, и помогают таким же образом тоже людям материалистичного склада ума. They also establish school, college, hospital, and many also and society activities. Они также строят дома, школы, госпитали, больницы и всяческим родом помогают обществу. So that kinds of social activities, that is called punna karma, pious activities. И такого рода благочестивая деятельность, материальная деятельность, она называется пунна карма. In that pious activities, they will go heavenly planet and enjoying many kinds of pious activities and again return back in this material world. Благодаря подобной деятельности можно легко отправиться на райские планеты, а очень долго наслаждаться там, но в конце концов прийти обратно на земной уровень, на землю. But they will never deliver from this material world, that is called the 14th
and planetary system. Но подобные действия они никогда не смогут освободить нас из этого материального уровня, который состоит из 14 материальных планет. So according to материальных уровней. According the past activity, they will go higher planet and again coming down. Благодаря благочестивым заслугам душа может отправиться на райские планеты, но через какое-то время ей необходимо будет опять вернуться на средний уровень. Okay. Абрахма гуна лука пунару вартена сурджуна. Krishna says to Arjuna, in this way, materialistic people, they are doing good karma, subha karma. According to their subha karma, good past activities, they will go higher planet and again coming down and wandering in the same 14th planetary system. Кришна говорит в этой шлоке Арджуне, благодаря благочестивой деятельности души смогут накопить пуна карму, то есть материальное благочестие, и они смогут отправиться на райские планеты. Наслаждаясь там какое-то время, они все равно спустятся обратно на Землю. И это как бы причина вращения в материальной Вселенной, которая состоит из 14 планетарных уровней. Actually, this punya karma is like the one kind of job of elevator operators. На самом деле, эта пуна карма, она является подобно лифту, который поднимает нас вверх. Elevator or lift operators going to up 20 stories, again coming down and taking the people, again going 25 and 40 and again coming down. All day 8 hours, job is up and down, up and down. То есть она подобна не лифту даже, а оператору лифта, который весь день что и делает, то что поднимает людей наверх, потом опускает их вниз. Do you like this job? Вам нравится такая работа? Nice job, right? Хорошая работа. Up and down, up and down. Вверх и снова вниз, вверх и снова вниз. So in this way, karmis, they according to their good karma, charity, donation, different activities, they are wandering in same cycle of repeated birth and death and staying in this 14th planetary system, И таким образом, карми, благодаря их благочестивым заслугам, пуна карма, они то и делают то, что получают, попадают на райские планеты, затем спускаются вниз и опять. Our spiritual past activity, that is called the sukriti. And if a little bit sukriti, then you will deliver from the ocean of the material existence. Духовные трансцендентные плоды, что это такое? Это то, что с помощью чего мы сможем освободиться из этого материального круговорота рождения и смерти. Симад Бхагавад Гита Кришна says this. Симад Бхагавад Гита Кришна говорит об этом. Which шлок? Какой шлок? Знаешь? Which шлок? Неха викраманасу сти праттавана виддате сарвам апи асса дхармасса траяте махапуру бхаят. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, one more little bit practice Shuddha Bhakti, you will be delivered from this material one, free from all kinds of material and things. Srimad Bhagavad Gita, в этой шлоке Кришна говорит Арджуне, кто хотя бы немного занимается бхакти, тот сможет освободиться абсолютно от всех своих грехов и освободиться из этого материального мира. Who knows this shloka? Кто знает эту шлоку? No? Learn. Нужно выучить завтра. First slide. Хорошо. Нехави кармонасости праттабана виддати сарвам апи асса дхармасса траяте махато бхаят. Нехави кармонасости. Nice work. Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita. Нехави кармонасости праттабана виддати. Я Bhagavad Gita я? Есть Bhagavad Gita здесь? Принеси. Но, have not. Есть? Да. Неха викрамана асусти праттавана виддате. Праттава means, if you practice Shuddha Bhakti, no bad reaction will come out. If you practice, если вы практикуете Шудда Бхакти, никакого плохого результата, плохой реакции не придет к вам. Карма, гьяна, йогас, some also bad reaction will come. If you not properly practice karma, gyan, yoga, then bad reaction will come. Bhakti, no bad reaction.
Если какой-либо человек, он не должным образом совершает карму или гьяну, тогда он может получить очень легко плохую реакцию. Но благодаря следованию бхакти никакой плохой реакции прийти не может. Бхакти – no side effects. Бхакти не имеет побочных эффектов. But karma, gyan, yogas, little bit or false, then side effects will come. Но карма, гьяна или йога, если вы сделаете что-то не так, тогда тут же придет какой-то посторонний. Give an example, bhakti is as like ayurvedic medicine. Приводится пример, то, что бхакти, оно подобно аюрведическому лекарству. Understand? Понимаете? If you take the ayurvedic medicine, если вы принимаете аюрведическое лекарство, никаких побочных эффектов не будет. But allopathy and other medicine, side effects will come. Но если какое-то аллопатическое лекарство, тогда очень много других проблем появится. You understand? Понимаете? If you take one medicine for headache, then stomach pain will come. Если вы принимаете одну таблетку от головной боли, тогда желудок болеть начинает. But ayurvedic medicine? No. Но аюрведическое лекарство, оно не имеет никаких побочных эффектов. So now come in this way. Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna. Таким образом Кришна говорит Арджуне. If you little bit practice bhakti yoga. Если вы немного практикуете бхакти йогу. Then you free from all kinds of sinful activities. Тогда вы сможете освободиться от всего рода деятельности, то есть плодов греховной деятельности, и сможете легко освободиться из этого материального существования бытия. So bhakti is very powerful. Бхакти очень могущественна. One Sridhara Goswami Pada explained once one pujari. Sridhara Goswami Pada объясняет, однажды пужари, он поклонялся божеству. Then he left the ghee lamps in the temple. И тогда он оставил лампадку с ghee в фураре. Then one mouse came. И одна мышка прибежала. Sweet ghee smell coming, he thinking this is food. Она почувствовала прекрасный запах ghee и подумала, что это пища. That mouse caught that the ghee wicks with his sharp teeth. И тогда мышка, она попыталась выпить масло ги из этой лампадки. Then big flame came. И тогда пламя лампадки, оно разгорелось. Then mouth and mouth completely burned. И тогда усы и морда мышки, они начали гореть. And he was rolling in front of the Thakurji with the ghee then. И она начала крутиться перед Thakurji, вся в огне. Then Thakurji thinking, Lord is thinking, oh, he's offering. И тогда Такурджи подумал, то, что вот и мышка, она предлагает мне лопату. Offering ghee lamps to Thakurji, that is called bhakti also. Предложение лампадки Такурджи также одна из составных частей бхакти. Это также называется бхакти. Understand? Понимаете? So when mouse took that the ghee with and wandering in front of Thakurji, Thakurji saying he is offering ghee lamps. И так, когда эта мышка, она зажглась от этой лопатки и начала вращаться перед божеством, божество подумало, то, что она предлагает лопатку мне. When he left there the body, then soul, the mouse soul, entered in the body of one princess, Rajkumari. И тогда эта мышка оставила тело, и ее душа, она получила тело одной Раджакумары, Кумари, принцессы. So when she was very small baby princess, Spontaneously is also offering ghee lamps to Thakurji. И с самого детства эта принцесса, она естественным образом спонтанно предлагала лопатки божеству. Because bhakti, that is called eternal and transcendental bhakti, will never destroy. Потому что бхакти называется вечно трансцендентная, она никогда не разрушается. In this life, what are you doing, bhakti? That is also going your previous life. В этой жизни next life. Все, что мы совершаем в бхакти, эти запасы, они останутся с нами в следующей жизни. И так далее мы будем из жизни в жизнь их накапливать. Понимаете? So, when princess she was very small baby, spontaneous, she also offering ghee lamps to Thakurji. И таким образом эта принцесса, будучи маленькой девочкой, она спонтанно предлагала Thakurji лампадки. Then also creating Sukriti this. И таким образом она набирала Сукрити. With this Sukriti, spiritual pious activities, then she got association of sadhu and attained to Vaikuntha Dham. И благодаря этому Сукрити, благочестивым духовным действиям, она получила возможность общаться с садху и таким образом достигла Вайкунхи духовного мира. So Jiva Goswami Pada in Sandarbha explained, when Sukriti will mature and accumulated, then you will get association of sadhu.
Итак, Джива Свайпад в Сандарпе, он объясняет, когда наше сокрытие, оно созревает, у нас появляется возможность общаться с садху. And then your taste will come, chanting holy names and listening to Harikatha. И тогда вкус приходит слушать Харикатху и повторять эти имена. If Sukriti not mature, you have no taste will come, listen to Harikatha. Если сукрити недостаточно, если она не созрела, у нас не будет никакого вкуса слушать харикатху, он будет очень беспокоен. Many kinds of destruction will come. Очень много разных беспокойств придет. So our acharya explains, first you collect the sukriti, spiritual parasite. Итак, наши ачарьи объясняют, сначала мы должны накопить сукрити, трансцендентную благочестивую деятельность совершить. Every day we have to do parikrama tulasi. Мы должны совершать парикраму вокруг туласи и предлагать лопатки, watering to tulasi, поливать туласи, and chant holy names, повторять святые имена, creating sukriti. И таким образом накапливать сукрити. When your sukriti will mature, then automatically mind will be then to one pointed with holy names. И когда наше сукрити созреет, тогда естественным образом наш ум будет сосредоточен на одной точке. So, just I also explained the bhaktistu bhagavat sangana parijayate satsang prapate pungi sukriti purvasanchita. When sukriti matured and accumulated, then you will get association of sadhu, or with the association of sadhu, then you attain bhakti. И таким образом, как я уже объяснил,